идеальным, что вышел долгожданный самый первый альбом «Отказа» под названием «Опера». Ну и, соответственно, будет, наверное, построена программа сегодня, такая как бы, ну, по мне, так сводящая скулы, ностальгирующая такая, как бы, ну, представляющая как бы всю историю группы, то есть с чего все начиналось, у нас вот подвязывает опять микрофон. Уже внимательно думаю, я его думаю, опять на той же ноте. Вот. К сожалению, один из таких основателей первого нашего состава, участник активный, написатель текстов и музыки первого этого альбома, сегодня отсутствует. И я пригласил, Дмитрий, да, пригласил нашего такого тоже в прошлом правочника Павла Карманова, который... Не настоящий. Не настоящий. Да, да, да. Паша, Петрович. Нам еще писать. Павел, Павел Дмитрий в традиционном начале того времени наших концертов с песней «Ракеты кометы». Гометы. Кометы. Это из Голоды. Хорошо. Дмитрий Шумилов, да. Павел Карманов. Да, «Ракеты кометы», да. 30 лет назад, конечно, микрофоном можно было обойтись, но сейчас уже, к сожалению, это... Завертелись бы ракеты, заискрились бы кометы, засверкали бы планеты, заходили ходуном. Обыватель дядька шустрый, обыватель дядька хитрый, обыватель дядька хитрый облетал бы все кругом. Он на Марсе видел краба, на Сатурне видел жабу, на Венере видел гнома и, испугавшись, убежал. Но зато уж на Луне-то вот отличная планета от восторга. Остолопы, ну скорее же смотрите в эти чудо-телескопы. Да не в эти, а вот в эти. Вон на той живем планете. Ах, какая голубая наша матушка. Как шампанское игриво, потому что жизнь на Марсе не такая, как у нас. Ну да что там это пиво, когда жизнь такое диво, когда жабы. Когда гномы, когда...
как много встреч в чужих озерах сна. А где-то жизнь и бешеный прибой с озябших крыш обрушилась весна, как старый деве на новенький плейбой. Мне утро там, где ты уже не спишь, ласкаешь небо маленькой рукой, смеются статуи в плену. Ты кричишь сама себе постой. Стопили руки любви, электрический стук. Thank you.
под звон, в тихим строном высот, в зимний колокол разбит напьет. Черт и глух под снегом лес, медленный пух летит с небес. Холод и блеск середины зимы, звезды света без мерцающей тьмы. Лунных саней беззвучен бег, только сильнее искрится снег. Музыка дней наполняется век, всюду слышится таинственный свет. Сейчас освещаем ее как раз период. Древней истории. Звук подвязывает, да, Павлу сказал, подвязывает. Так вот, Аркадий Семенов много текстов написал, много внимания уделял нашему коллективу. Еще одна его вещь. Не нужна никакая анкета, что пути по пути в лето. И пускай ты шлю я при взлете, обошел меня на поворот. А за заработой на зубе твоя заплата, пусть ты даже хозяйка склада. Thank you.
учусь ненавидеть того, кто со мной на «вы», улыбаясь за тех, кому подносили волхвы. Остальные пусть спят за железным окном, забивают опилки бескровным вином. И исследуют область густой пустоты, подставляя дождям и стрекозам тугие зонты. Если бы я был другим, я б себя не пустил на постой, играла бы с этой в слова, репетируя с тобой. Но забава ни к чему, если полночь светла, то, что я не сказал, ты так и поняла. Адептус
Возвращаемся к новой истории потихоньку.
писал тексты Гороган и Сян. Пока писал. Но этот текст будет Аркадия Семенова опять. Пока мы еще горячи, я горбат, но я помню два слова, могила молчи, а исправляет мне смерть, осознание своей правоты. Мы готовы теперь, напрягая отвыкшие, петь, сутулясь зимой, весной, а весной умирать, но с прямою спиной, но с прямою спиной.
сколько звезд на небе, столько и дивных тайн. В храм восьми созвездий юных влечет уран. Чистота света, красота его движения, we'll be right back.
Ветер свистнет, ветка хрустнет. Филин пухнет, выдра плюхнет. Воет Коля. Thank you.
хлопнула дверь. Между вчера и теперь я утерял от шкафа ключ. А там мой праздничный костюм. Скажи мне нет. Скажи мне да. Теперь или никогда. Я не могу прийти к тебе в другом костюме, не могу. Скажи мне нет, скажи мне да, теперь или никогда. Теперь или никогда. Я не могу спросить от тебя в другом костюме. Скажи мне нет, скажи мне да, теперь или никогда. Теперь или никогда. Thank you.
я не могу тебя надеть. Скажи мне нет, скажи мне да, тебе никогда. Yeah.
Thank you.
Океаны.
Thank you.
Thank you.
сам виходить і дисплін. А я сипку розпові не спокій, ти посмолі, я сипу і дали спину. А сахар мені дикий хлок з переструщень. А сипом дихав. Thank you.
романсу слов без либретто. Рабочая отставка, бросай, крестьянка, сельский труд, а рука к руке на сборный пункт опять идет война. Я вернусь на борьбу.
в очередной войне. Кое-что из новейшей истории. На смерть царя Хироуди называется. Написано к вертепу Павла Кармана. Написано много. К вертепу. Сказать, что царь, 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 царь,
шепотом написал цифрум в заборе. Ой, дело значит, это было весной. Снег закружился усталый, упал на скалы Средиземного моря. Усталый упал, а ныне это просто забыли. Спасибо, Павел Иванович.